Всем приветики, приветики! Доброе утро! У нас сегодня выходной. Частично. Папа у нас уехал на работу. Вызвали. Надеюсь, что временно скоро должен приехать. Вот, а показываем. Первым делом мы будем варить суп. На самом деле у нас сегодня планы были немного другие, но домашние дела никто не отменял. Поэтому сейчас забросим картошечку, потом будем делать дальше работку. Мы поставим вариться супчик, а потом уже приступим к посуде. Не теряя как бы зря время, пока будем мыть посуду, вот сварится картошка и можно будет... Красили все комнаты, кроме нашей, конечно же, кухни. Вот, и у нас мы нашли... Так, сейчас, секунду. Когда мы разбирали елочные игрушки, мы нашли еще вот такую вот разноцветную гирлянду. И чтобы хоть как-то здесь было тоже сверкало, мы решили ее повесить вот, ну, как-нибудь на тюрь. Но перед тем, как повесить, тюль надо постирать. И поэтому не теряя время, чтобы потом не ждать, мы ее сейчас снимем и будем готовить дальше. Пока она стирается, мы приготовим суп и тем самым уберем здесь все, чтобы ее осталось повесить и украсить. Так, сейчас мы ее снимем. Ой! Опа! Мы ее отправляем в стирку. Так, здесь тюль маленькая, поэтому мы еще положим еще светлого белья. Стирки у нас, как всегда, много, поэтому чем доложить у нас есть. Мешочек. Так, нашла сумочку. Сейчас мы сюда сложим носочки.
Маечки. Поехали. Пока машинка стирается, будем доваривать суп. Сейчас закипит. Будем забрасывать наши фрикадельки. Опа! Почистим морковку и лук. Никого нет. Так. Пошел он по садам ходить. И видит, на холмике муравчатый растет аленький цветочек. Цветочек просто. Алого цвета. Так. Краше его на белом свете нет. Значит, точно он. Так. Подходит к нему и срывает. Столько лет. Так. Я хоронил его пачу зеницы ока моего и всякий день утешалась на него. По своей воле не захотят. Все без ступа, что да, я тут сложу дело. По своей воле не захотят ехать. Ну, нет, там было не так, как он сразу сказал. Да. Ну, чтобы не предвести их. Не по своей воле, а чтобы дочери сами, дочь сама решила поехать. Одень это кольцо, перстень золотой, и очистишь это у себя дома. Так. Сколько он сроку ему дал? 3 дня и 3 ночи. Так. Если до этого не вернешься, то я к тебе сам приеду. Я только разговаривал? Ну не приедет, а
Там рядом. Сверху, все. Без известного. Ой. И отправила, и надела на золотую мизинец. И появился он у себя во дворце. Так. Видит? Видит. Точнее, зашел он к себе домой. И говорит... Ну, подарил под гостиниц своей старшей дочери. Вернувшись домой, он был грустный, печальный. Или какой он там был? Еще. Пусти, подушку поставь на диван. И сам на диван. Я же пылесос включу. Пока мы тут временно. Сейчас перед обедом включим виска. У нас много дел. Ну, я хочу чуть-чуть собрал мусор. Так, суп сварился. Включаем. Сейчас будем обедать. Потом к вам вернемся. Всем приятного аппетита! Так, машинка почти застиралась. Сейчас мы здесь быстренько все уберем. Ай! Ну, точнее, не все, а как получится. Потому что здесь детские поделки. А еще нам в школе задали также подождать Новому году вот такие вот снежинки. Я решила, почему бы не сделать их дома. Поэтому их также куда-нибудь потом повесим, пока они лежат. Ого! Ой! Астюша попросила сделать разноцветные, вот нарезки уже есть, но еще не доделали. Так, это мы нарезки оставим. Возможно, вечером сделаем еще. Ставим макушку в салфетку немножко. Что делаем? Вот и ручка еще нашлась, потерявшаяся. Так. Мокро от конфет. Кто-то сегодня... Ой. Кстати, у меня идея есть такая. Вчера были в кафе. Разукрасить окна красками. Не знаю, согласится ли Ванька, но попробую уговорить. Чтобы хоть как-то было повеселее. Потому что... Как-то не очень. Так, мы все уберем. Уже все высохло. Так, и так. Будем сейчас вешать... Добраться. Вчера с Настюшей домик делали. Я купал. Свой не забирали. Сделали вот такой вот. Обклеили, сделали потолок. Ну, правда, еще не доделали. Вот окошки есть. О, какой красивый. Так, теперь мне нужно убрать отсюда компьютер немножко, потому что шторку придется вешать с той стороны. Тюль.
повесить гирлянду. Так, ну сейчас там помоем пол еще. Сейчас мы дождемся папы и будем гирлянду на что вешать. У нас уже стало темно. День короткий. Иди там пойдем еще в коридоре, там помоем заодно. Помогай, помогай. Вот моя помощница. Давай вдоль до дверей. Вот, видишь, какая ты умничка. Девки, и назад. И назад.
Все, ну молодец. Неси швабру на место. Нет, я хочу помыть у Никиты толпой. У Никиты? Там надо сначала все с пола поднимать, наверное. Неси сюда швабру, я ее ополосну, да. А ты иди, не надо снимать здесь ничего, слава богу, не надо. Здесь просто опустить ведерко и все готово. Ну-ка попробуем. Итак, папа наш пришел с работы, а я его все-таки уговорила. Будем сейчас рисовать на окошке. Правда, не знаю, кого я ему говорю, дракончик, он говорит, елочку. Сейчас решим. Ну что-то будем рисовать. А потом уже повесим гирлянду. Кого будем рисовать? Елочку или дракончика? Елочку. Надо было сказать, что это. Все почему-то вдруг решили, что я художник. Кстати, он художник. Ну. Есть и где? Все. Стаканчики. Тут две кисточки. Одна такая, другая немножко хуже. А у Никиты не смотрит. Ты бы красный сначала взял, что? Да? Нет, тебе надо выше свой. Сейчас. У нас тут три половинки. Да мне бы хоть это. Хоть что-нибудь осилить. Я рисую. Ты? Я? Разукрашиваешь. Угу. Какой ужас. Я сначала игрушки нарисую. Чем оно такое? Какой-то побелкой тут заляпано. Я сначала попробую. Тут не стали мыть. А кто? Я. Главное. То, что сейчас будем рисовать, поэтому помоется, когда будем смывать краску. Мега решение. Я, честно говоря, вообще не имею ни малейшего. Готово? Да. Ну вот звездочку нарисую. Там пум-пум. Пум. А что, такая звездочка будет большая? Пум. Ну, как бы она. А елка. Да. Ну, так ветка будет, и на ней там несколько веток, пару игрушек. А, висит. Ну хорошо. Я курю. А я пока макароны. Художник я плохой. Так это. Тоже неплохой, это я. Точнее, даже неплохой, а никакой. Я и художество это. Нет, так я не собираюсь тут это вырисовывать в стиле. Итак, мы пока отвлеклись, нам там звонили. Папа здесь занимался художеством. Ну? Ну как, он взял инициативу в свои руки. Вот что получилось. А мне, говорит, возьмешь сейчас и разукрасишь. Я разукрашу. Ну вот мы сейчас с тобой будем пытаться из этого что-то сделать более красиво. Красиво. А то папа страшное что-то умеет. Страшное? Ну вот сейчас. Санта испугается. Кто испугается? Санта испугается? А от вот этого. Или от смеха лопнет, да? Ну. Или от этого снеговика глаз. Никто не говорил, что будет. А снеговик кого-то что ли съел? А? Четкий снеговик. Руки, как бы, руки сейчас нарисую. Веник надо было. А что у тебя там? Где? Ведро на голове. Вот такой веселый снеговик. Четкий снеговик. Снеговичок, клёво. Да, мне, конечно, обидно то, что я рисовать не умею. Так бы, ну, посмотрим, ладно. Чего плохого, не пойму. Сейчас, когда разукрасится, будет все ну, хорошо. Ну да, да, вид. Сейчас все разукрасим, будет все четко. Снеговику руки-то что рисовать, метлу или косу?
А руки и ноги в снеговику. Сейчас папа дорисует. Сейчас будет чай. Только не надо на лыжники вырисовать. Не, не надо лыжники. Зачем лыжи? Мы ботинки берем. На 5К? Нет, на просто валенки. То есть снеговик с этого из разряда. Смотри. Физкульт, привет! Ну, что-то как-то лапа у него узенькая. И кормили, видать. Ну, обычно у него же из этих. Из веток. Итак, подумав и решив, решили, короче, что этот снеговичок немножко, ну, такой страшноватый. Он не вписывается. Не вписывается. Тут как-то веселый, а он какой-то... Ладно, завтра нарисуем. Как с косой. Поэтому мы его сегодня убираем. Нужно разрисовывать и дорисовывать здесь вот что-то другое, а будем уже завтра. Потому что так уж и быть. Завтра нарисую что-нибудь хорошее. Уже, да, много времени. Ну, гирлянду повесим сегодня. Так, но гирлянду сейчас повесим. Ух ты, как вытирается-то здорово. Я пыталась, вернее, говорила, что окно я буду мыть, когда будем чё смывать, но что-то как-то пошло не по плану уже. Как и всегда. Просто папа еще вот черный. Вот чего черную краску-то рисовать? А какой надо было рисовать краской? Ну, голубой хотя бы. Голубой обычно краской разрисовывают. Белой разрисовывают? Нет, да. Окантовку можно было и черную сделать. Вот я и сделал черную. А можно было голубую сделать. Окантовку? Да. А разрисовать черным? А разрисовать белым. А, ну да. Угу. Что-то меньше вот это вот возьмем. Умная мысль приходит потом только. Просто. И так, знаешь, на белую марку так тысяч отпечаток сразу. Ну, хотя бы. С таким успехом я могу... А, иди бери губку. И что с ней делать? И вымывай ее, я пока вытяну. Мне даже браться неохота. Твоя работа. В раковине только, а не в детской ванне. Ну вот, а то мы провели тест, что на стекле от гуаши ничего не остается. А то наш папа переживал. Мы нарисуем, а кто-то потом отмоет. Да, ты прикалываешься, что ли? Я себя вон руки вымыла. Мыло лени немножко на отмой. Я знаю, этого, кого, дракона? Да. Нет, дракона-то я днем нарисую, вечером там желающие на другое окно уже есть. Такие. Ну, то, что места днем не будет? Маленькие такие, ну да. Ну, не знаю. Че, я тоже мыть, что ли, эти? Ну, как бы да. И желательно еще принести обратно. Хорошо. Пойду я помоюсь. Чуть боюсь успеть. Подожди. Вот так оно в любом случае. Ну, вот по этой вот будем, наверное, не по, или по низу. Мы да. Можем и так, и так ее. Пока договоримся, как и кто что будет делать. Давай наоборот. Чтобы не это. Я цеплять? Ты цеплять. Вот на свое усмотрение. Прошу, пани. Прокручивай внутрь. Я в два раза хватит, так что пускай поверху, потом будем в обратную сторону возвращаться. Ну давай вот по вот это вот именно по швам. Да, да, да. Просто вот так прямо. Да, да? А потом так, по низу. Шикардос. Вообще. Огонь. Осталось потом только включить и это. Не, ну вот это плохо. Это плохой вариант. Ну, сейчас придется ее по низу. А то, что останется за шторами большими, он наоборот должен быть красивый, там должно рассеивать на стену свет. А может и нет. Так. Только режим отвратительный. Мне сейчас плохо будет от него. А так норм? Да нормально, пойдет. Хоть какой-то будет у нас вот это. Тра-та-та. В
вариант между ничем и этим, я выбираю этот. Да, плохо, что гирлянды-то остальные оставили где-то там. Там. Так, да. У нас тут вся квартира сияла. Ну вот, так, теперь идем в обратном порядке. Это куда нам ее хватит? Ой, отлично, до самого конца. Она не хочет показываться. Кто? Она отворачивается. Бывает. Включи другой режим. Да, иначе сейчас будет плохо всем. Лучше вот такой. Пусть просто вот горит и горит. Она не горит, она тухнет. Ну и пускай тухнет. Вот. Вот теперь он горит. Вот и за шторкой светится. Ну все. Не отворачивайся. Вот и у нас до новогоднее завтра настроение. Ага. И всем, вот. Всем до завтра. Завтра, да. Завтра будем красить. Всем пока-пока. Завтра будем рисовать здесь, разукрашивать и еще какие-то детские. А из-за шторки же некрасиво. Не видно. Когда ярко разукрасится, оно будет. Букетка. Просто сегодня уже поздно. Да-да. Кому-то завтра в школу. Пока. Все, сейчас. Всем пока-пока. До завтра. До завтра.